В Новокуйбышевске по подозрению в приготовлении к сбыту наркотиков задержана жительница соседнего Чапаевска. С собой у женщины был сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Еще один похожий изъяли в тот же день из тайника закладки в мусорной урне. Как показала экспертиза, это карфентанил. Общая масса свыше 15 граммов. Это считается особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело.